В Минобороне Азербайджана прокомментировали принятые палаты представителей США запрет на продажу вооружений, которые со стороны Баку могут быть использованы против гражданской авиации Арцаха. Азербайджан до сих пор не приобретал вооружение у США и имеет возможность покупать передовую военную технику у других стран, заявили в военном ведомстве Азербайджана. Минобороны заявила также, что ВВС Азербайджана обладает различными средствами противовоздушной обороны, способных обеспечить защиту воздушного пространства страны и при необходимости дать мгновенный ответ.